Главным управлением МЧС России по Воронежской области создана и успешно функционирует группа экстренного реагирования. В группе экстренного реагирования на вооружении стоят пожарно-спасательные мотоциклы. Данные мотоциклы оборудованы необходимым пожарно-техническим инструментом, а это именно средства тушения пожаров, трансовая установка тушения пожаров, два огнетушителя на каждом мотоцикле. Вместе с тем имеются медицинские средства для оказания помощи пострадавшим, шины, шейные корсеты. Вместе с тем также есть средства для спасения людей на воде. Конец Александрова.